Следующее. Это продолжение косплея, ну-ка. А, это про про родителей. Нет. Гордят. Милашка. Подожди, давайте, мне кажется, мы это будем смотреть просто на скорости воспроизведения 0.25, чтобы каждым кадром просто максимально насладиться. А цветы в горшочке, кстати, это просто имба для подарков, потому что когда даришь цветы в горшочке, они не завянут. Они будут очень долго как бы у тебя стоять, у человека, которому ты его подарил. Короче, это да. Даже младенцы сумели передать. Не могу. Какая великолепная просто рисовка. Я не могу. Этого паучка, скорпиончика. Капец. Тут даже, смотрите, тут даже вот эта дырочка. Ой, дырочка. А, трещинка вот эта вот растет. Хоба, хоба, хоба. Типа, главное, чтобы цветочки в горшочке не пытались тебя сожрать, но это уже другое, это уже другое.